Нас попросили, а мы не смогли отказать. И разместить сногсшибательную информацию о том, что кубометр шлакоблока, выпускаемого фирмой А3, сегодня и сейчас стоит 1000 рублей. С доставкой по городу. Что, когда мозги замерзают вместе с автомобилями, о строительстве думать неохота? Ну это вы зря. Строительство восстановится быстрее, чем спрос на автомобили. Мы в погоне за гламурностью и шиком как-то забыли, что недвижимость только дорожает, и 15 квадратных метров на россиянина – это ничто по сравнению с 60 американскими. Кстати, пригород, мелкие городишки и спасли от Великой депрессии США. Да и по сути шлакоблок как строительный материал позволяет строить быстро и обеспечивает должную теплозащиту и прочность здания. Фирма А3, производственные мощности которой вы видите сейчас, скажем так, летним исполнением, делает не только шлакоблок, но и колодезные кольца и тротуарную плитку. Да все, что связано с цементом. Но зацементировать низкие цены на этом уровне сейчас еще и более выгодно. То есть, заплатив за стройматериал сегодня низкую цену, вы на объект в апреле, да когда вам будет удобно, хотите в мае, хотите в августе, получите его по сегодняшней цене. С целью стимулирования строительства в городе Магнитогорске наша фирма делает максимально низкие цены. Мы предлагаем сейчас свою продукцию, это шлакоблок, 1000 рублей за куб с доставкой по городу. Мы не останавливаем свое производство и готовы удовлетворить потребности покупателей, как по качеству, так и по количеству. Ну что ж, морозы и кризис недоверия в банковской сфере пройдут рано или поздно. Кстати, ипотека разворачивается, и это тоже радует. Но скажу вам по секрету. Банки с большим удовольствием в качестве залога рассматривают земельные участки и дома, нежели четыре стены, пол и потолок, висящие в пространстве. Так что строить индивидуальные дома – это выгодно. А работать с фирмой А3 выгоднее вдвойне –